Есть у меня вот такой препарат, называется Левовет, раствор для инъекции. Для корма его разводим в воду 1 мл на 250 мл воды. Получается, у меня там стоит железная кастрюлька 2,5 литра. На это количество воды мне нужно развести 10 мл этого препарата. Этот флакончик я покупала год назад. Вот мне его хватило, ну, хватит на 3 раза. Вот это третий раз я буду делать листогонку для своих кур. Делается глистогонка, получается, заливается чистая вода, и в нее вливается вот этот раствор каждые 3 дня, каждый день в течение 3 дней подряд. Такие вот у меня курочки. 3 месяца назад я им делала глистогонку этим препаратом. У них до этого были серые гребни, лежали на бикрень. И они совершенно не неслись. Вот когда сделала этим препаратом глистогонку, тогда где-то недели через 2 они начали нести яйца, и вот гребни у них порозовели. Стал такой более здоровый вид. Так, ну в общем сделала я, налила им свежей воды, и вот я добавляю сюда 10 миллилитров левовета. Ну, твое время еще не пришло. А он тоже так хочет, чтобы ему провели процедуру. Нет, дорогой мой, это для курочек. Ну, вот курочки попьют воды с левоветом. Это я сегодня первый раз им делаю. Вот сегодня сделала, еще получается 2 дня. И вот этой бутылочки хватит на 9 раз, на 3 раза сделать так, по 3 дня.